Ну и ну, мое экранное время оказалось меньше, чем я думал. Но зато это неплохой повод иссякайнуться. Это чё, блядь, такое? Почему у моего бати нету глаз? Я что, попал в хентай? А это твое имя или батя сел жопой на клавиатуру? Дура, блядь, это японский. Подумаешь, имя не очень, но зато я первый изобрету кошка девочек. Хотя, знаете, невелика потеря. Эй, не хочешь стать моей вайфу? Блядь. Так и умру девственником. Ну уж нет. У тебя же сломаны ноги. Да я просто поскользнулся. А я и вправду ног не чувствую. Тупая пизда, да я ведь ради тебя шел. Давай встречаться. На самом деле я парень. О, да тогда же лучше. Доктор сказал, что я либо фапал 15 раз за ночь, либо потерял 2 литра крови. Из-за этого и отказали ноги. Да нет, это не я вас заливаю. О, я слышала, ты квартиру купил. У тебя был шанс. Туалетной бумаги и у самого хватает. Это заявление на брак. Какой еще брак? У меня ничего бракованного. Что тут у нас? Подпись о изъятии второй почки? Да у меня и первой нету. Такими темпами это будет самый быстрый брак на свете. Но, впрочем, кого это волнует? Ах да, ты теперь спишь в подъезде. Пощади, я всю жопу отморожу. Тогда с тебя матрас. Пидорас? Какой пидорас? Может, еще не поздно согласиться на подъезд. И почему у меня нет бьякугана в такой нужный момент? Ну и спать я, видимо, тоже не буду. Зато я наконец перестану есть дошираки. А где ты моешься? Осенью обычно много дождей, а зимой даже получается растопить немножечко снега. Ну или хожу сюда. Добро пожаловать. А ты куда забрался? Платить кто будет? Натурой принимаете? Придется доплачивать. О, так ты все-таки не гей, как все думали. А ты все так же к девушкам в бане пристаешь. Не было никогда такого. Было. Приготовь дома что-нибудь пожрать к моему приходу. О, Армен, наконец-то ты приехал. Ну и в халупе же ты живешь, а то есть в залупе. Открывай, сука, а то штурмом брать будет! Да блядь, заебаты, руки бани, блядь! Ну и чего на улице стоишь? Так ключи ведь у тебя. Кажется, тут кто-то ребенка потерял. Можно я возьму ее домой? Так и загреметь можно. Да ладно тебе, не повяжут же меня тут сию секунду. Отныне можешь звать меня папочкой. Среди нас был предатель. Решил, что сможешь от меня сбежать? Сейчас мы узнаем, сколько в тебя влезет. Да я в туалет вышел на минуту, хотя мне уже не надо. Развлекались, да? Месяц, без держания за руки. Ну тогда может это... Пососемся. И потом я нащупал кариес. Получается, она теперь забеременеет? Когда свадьба, кольца, кредит? Да какой нахуй кредит? Органами принимаете? Да за такие деньги еще мои правнуки будут отдавать. То есть, по-твоему, я достойна вот этого? Да мы с тобой знакомы от силы 2 дня. Отвечаю, я походу женился на паровозе. Нужна точно квартира побольше. Алло, мама, есть хорошая новость и плохая. С какой начать? Ну, во-первых, я женился. Так это и была хорошая. Никогда не думал, что умру от кресла. Ну ты и тварь, если хочешь их поссорить. И как таких земля носит? Ну что, как тебе? А теперь ищи свое лицо на сайтах одиноких мамаш. Тебя держат в заложниках, да? Тогда-то я и понял, что она отрисована лучше других. Поэтому и женился на ней. Можешь заходить, адрес правильный. Он узнал, что я дал ему имя по пьяни и пришел мстить мне за это. Ну вот, теперь я должен соседу сотку, потому что я поспорил, что ты из этих. Я, кажется, слышу, как кого-то ебут. Вот и надейся, что наш сын не пассив. Второго падения не было, она без панцу. Ну, удачного пути домой, если чё, звоните. Нет, ну я точно выключил плиту, наверное. Дармаму, я пришел договориться. Решено, можем пожить тут, пока нашу квартиру не отрисовали. Ну, располагайтесь, будьте как дома, револьвер от тараканов в шкафу. Каких тараканов? Огромных пиздец. О, это что, шоколад? Это был точно не шоколад. Но я же не мог это проглотить. Давай я куплю себе новую одежду. А, вот и женский отдел. Да, но мой дальше. Как это дальше? Но там же мужской! Алло, уже текстурки наложили? И отрендерили? Действительно, неплохо. А нет, это не тот адрес. Идете гулять? Нет, скорее в магазин. Ну если что, резина в правом кармане. Они пропали. Звони Малахову. Наебать меня захотели. Если вернешься домой? Я дам тебе колу. Куда выезжать? Когда это аниме успело превратиться в гарем? Оно всегда им было. Ну что, тебе нравится? Из чего это вообще сделано? Мы использовали наш секретный... Fucking coming. Да что это такое, не оттирается. Ну что, может это? Сходим на фестиваль? Да. Ну что, посмотрим, будет ли ваш ребенок запланированным? Вроде бы крепкая. Говоришь, вокруг шеи надо обмотать. Нет, надо загадать желание. Желаю, чтобы во втором сезоне она стала легальна. С Новым годом. Долбоёб, сейчас весна. Ну может все-таки того?